Здание позади меня, вот это наше общественное здание, вот, в которое организована школа. Следующее слово «причар». Люди скинулись вот, и приобрели проектор, то есть сами сделали парты детям, то есть очень хорошо и удобно. Учителя у нас жители. Поскольку я здесь уже живу 2 года, и обучение детей – это мой естественный ежедневный процесс, потому что старший сын у меня на семейном обучении. И в этом году вот у меня вторая дочь пошла в первый класс, и мы задумывались весь год о том, как производить обучение так, чтобы всем хватало внимания. И поскольку есть дети, которые в поселении тоже идут в первый класс, их набралось 13 детей, мы собрали группу и нашли подходящую методику, которая обеспечивает детей радостью, песнями, интересными заданиями и интересным общением. Эта система оказалась системой Владимира Ивановича Жохова. Это учитель-практик с очень большим стажем, который очень любит детей. И он систему эту разрабатывал и совершенствовал с 1994 года. И сейчас мы ее на практике осваиваем.